А в чем дело? Вы идете, фотографируете все. Общественное место. Какое общественное место? Вы вообще откуда? Кто такой? Ну так, а вы кто? Извиняюсь. Да пожалуйста. Я жительница этой улицы. И ну, почему вы каждый дом идете, фотографируете? В чем проблема? Для себя, для памяти снимаю этот памяти? Самый... Куда? Общественное место это, а то вы есть. А откуда? А почему мой дом фотографируете? Что за общественное нет, место? Нет, нет, дом я ваш не фотографировал. Фотографировал, потому что я видела. Нет, я не фотографировал. Нет, если вы фотографируете, то каждый дом идете фотографируете. Нет, 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 не фотографирую, дело? Я снимаю, то есть этот самый... Сереж, может 02 вызвать, в конце концов? Ну, проверят. Нет, вызывайте общественное место. У меня... А что общественное? Вы каждый дом идете фотографируете. Лично мой сфотографировали. А для чего? Да не фотографирую я. Фотографировали вы. Я сам себя снимаю. Снимаю ничего подобного. На видео себе на память. Какой цели фотографируете? Чисто для себя снимаю. Для чего видео. Каждый дом фотографируешь? Да для себя. Почему мой дом фотографируешь? Для чего? Для себя видео. А для чего мой дом фотографировали? Видео снимаю то, что старые дома этот самый, то есть, ну как культура местности. Какая культура я местности? Музей... У меня не старый дом. Есть сейчас? Да, я сейчас в музей пойду этот самый, то есть. Интересно получается. Идет и фотографирует. Есть у меня. Да не фотографирую, зачем мне этот так самый? Нет, если подходишь к каждому и фотографируешь. Вот. Личность этот самый. Портенка-то весь истертый. Здравствуйте, друзья, подписчики. Хотел заснять в сельском селе, какая есть баня. Ярославской области, Первомайского района, районного центра. Возле нее пруд. Получается, очень все удобно сделано. Здесь моются приезжие, а также и местные жители, у кого, допустим, нет бани, или у кого там далеко ходить на колодец. И опять же, кто может себе позволить баню, кто нет, конечно, моются у знакомых. Многие местные жители не ходят по общественным баням. Но все же она работает. Вот график работы. Тропка хоть тут широкая, а то есть совсем узкие. Вот такая вот баня. Скорее всего, стоят насосы. Бани расположены возле речек или прудов. Но тут видно пруд. Тут видно пруд, не речка. Так, и... Сниму немножко местные домики, старые, деревянные, нет, конечно, новые, но новые неинтересны. Колодец, смотрите, всего три, чем поднимать ведро. Пишите в комментариях, как это называется.
деревнях обычно и в селах вот такие вот узенькие тропочки. Когда дождь идет, все, конечно, размоет, что идешь, скользишь, подскальзываешься. Люди строят гаражик. Деревянный, кстати, очень хороший. Бревна толстые, долго простоит. Опять же, видите, смолят. То есть делается по уму. И сам дом сделан по уму. Так, ну это уж совсем такие, такой старый дом. Такие в основном на Украине. Я видел по фото, по видео. И можно посмотреть, опять же, кто в старые дома ездит, то есть предыдущий был окошен. Все ездят. Вот этот дом мы видим, кто. Калитка есть. Но вот в этот дом не ездит никто. А вот это тот старый, смотрите какой. Крыша мхом покрывается. Видите, он по крыше как гармошка складывается. Вот сюда люди, то есть ездят. То есть он жилой. И тарелки обычно кто ставят. Или приезжие, кто долго, надолго приезжает. Больше, чем на полгода. И те, кто живут. Ну, конечно, он такой уже захудалый. Душевные, конечно, домики, такие улочки. Всегда такие чердаки нравились. Маленький чердачок, окошечко открывается, и там еще балкончик небольшой есть. Очень много двухэтажных домов вот таких вот. Вот тоже узенькая такая тропиночка. Вот видео не прерывается, то есть видите, на одной улице сколько старых домов. Некоторых люди живут, некоторых нет. Но такими дома, конечно, нравится больше. Пусть они уже разрушились, старые, но они все-таки люди живут, и в них можно жить. Самое главное, что печка была, полы.
Общественное место. Какое общественное место? Вы вообще откуда? Кто такой? Ну так, а вы кто? Извиняюсь. Да пожалуйста. Я жительница этой улицы. И ну, почему вы каждый дом идете фотографируете? В чем проблема? Для себя, для памяти снимаю этот памяти? Самый... Куда? Общественное место это, а то вы есть. Откуда? А почему мой дом фотографируете? Что я... за общественное нет, место? Нет, нет, дом я ваш не фотографировал. Фотографировал, потому что я видела. Нет, я не фотографировал. Нет, нет. Если вы фотографируете, то каждый дом идете фотографируете. Нет, 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 не фотографирую, дело? Я снимаю, объясните, то есть этот пожалуйста. Самый... Сереж, может 02 вызвать в конце концов? Ну, проверят. Нет, вызывайте общественное место. У меня... А что общественное? Вы каждый дом идете фотографируете. Лично мой сфотографировали. А для чего? Да не фотографирую я. Фотографировали вы. Я сам себя снимаю. Снимаю ничего на, подобного. На видео себе на память. Вы фотографируете? Чисто для себя снимаю. Для чего видео. Каждый дом фотографируешь? Да для, для себя. Почему мой дом фотографируешь? Для чего? Для себя видео. А для чего мой дом фотографировали? Видео снимаю то, что старые дома этот самый, то есть, ну как культура местности. Какая культура местности? Я сейчас музей. У меня не старый дом. Да, я сейчас в музей пойду этот самый, то есть. Интересно получается. Идет и фотографирует. Есть у меня. Да не фотографируй, зачем мне этот самый? Нет, если подходишь к каждому и фотографируешь. Ну вот, личность этот самый. Паспортенка-то весь истертый.